вместе с жезлом в руках красные розы. Так сотрудники ГИБДД поздравили автоледи с Международным женским днем. Здравствуйте! В преддверии праздника поздравляем вас с наступающим праздником. Здоровья, счастья, не болейте, не нарушайте правила дорожного движения. Несмотря на первые секунды волнения, женщины подобный сюрприз оценили. Испугалась немного от неожиданности, но приятно очень. Спасибо. Предпраздничное настроение появляется сразу. Кроме поздравлений с Международным женским днем, цель мероприятия – поднять культуру вождения и пропагандировать соблюдение правил дорожного движения. Подобная акция проводится ежегодно. Участие в ней приняли также волонтеры. С 8 марта поздравляем всех женщин, девушек, всех женщин нашего города. И с праздником! Анна Фадина, Анатолий Калинкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ.